Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 3, 6, 1. Давайте приступим. Нам нужно будет настроить виланы и транковые маршруты. Все довольно-таки просто. Чтобы не тратить кучу времени на прописание всех команд, я подготовила такой вот файлик. Тут у меня основные команды, которые мы будем частично использовать. Давайте приступим. Первое, что нужно сделать, это настроить виланы. Чтобы их настроить, нужно прописать номер вилана, и потом имя. Это все я взяла вот в этой вот табличке. Давайте просто скопирую и пропишу это в каждом из устройств. Enable conf-t, paste, enter. Таким образом мы настроили первое устройство. Осталось еще два. Открываем следующее. SVA, conf-t, paste, enter. И последнее устройство. Enable, conf-t, paste, enter. Таким образом мы набрали 40 баллов. Check results. Смотрим. Раз блок настроен, два блока настроен и третий блок настроен. Давайте теперь настроим VLAN 99. Нужно IP-адрес, статус и маска под сети. Давайте это сделаем. VLAN 99 есть на каждом из устройств. Откроем наш Packet Tracer и откроем наш заготовленный блокнотик. Чтобы настроить VLAN 99, мы прописываем интерфейс VLAN 99, IP-адрес и IP-адрес нашего VLAN. И также нам нужно указать отдельно IP-адрес для каждого из устройств. Например, у SVA, у VLAN 99 IP-адрес 252 в конце. Копируем. Это был SVA. Нажимаем кнопку Check Results, Assessments Items. И мы видим, что VLAN 99 настроен. И двигаемся к следующему, такому же VLAN. SVC. Меняем в блокнотике одно значение. Вот тут 54 нужно. Копируем. Paste. Готово. И остался последний. 253. Ctrl-C. SVB. Готово. Таким образом мы смогли настроить VLAN 99 на каждом из устройств. Теперь нам нужно настроить вот эти вот интерфейсы. Fast Ethernet 0.1.0.2.0.3, 0.1.0.2.0.3.0.4 и тут не нужно. То есть только SVB до 3 и в SVC до 4. Открываем SVB и открываем вот эту вот табличку. Смотрим. 0.1 настраивается на VLAN 10, 0.2 на VLAN 20, 0.3 на VLAN 30. Чтобы это настроить, мы прописываем switchport mode access, switchport access и номер VLAN. Так с первым, вторым и третьим. Давайте мы это скопируем и настроим это на SVB. Paste. Готово. Давайте откроем, посмотрим, что у нас настроилось. Как вы можете видеть, вот этот блок настроек у нас готов. Давайте теперь настроим вот этот вот. SVC. Открываем SVC. Paste. Готово. А также у SVC по этой табличке у нас есть Voice VLAN. Давайте его тоже настроим. Все точно так же, только еще прописываем switchport, Voice VLAN и номер VLAN. Paste. Готово. Давайте проверим. Да, теперь остался только гигабит интернет 0.2, гигабит интернет 0.1 и еще раз 0.1.0.2. Давайте настроим SVA. Открываем SVA и открываем наш блокнотик. Интерфейс гигабит интернет 0.1, настраиваем его на транковый режим, потом прописываем нативный VLAN и команду switchport non-got-it-8.
SVA, paste, готово, а также нужно настроить и интерфейс Gigabit Ethernet 0.2. Мы настраиваем ему нативный и динамический режим. Paste, готово, check results, и мы сможем увидеть, что у нас одно устройство уже полностью настроено. Теперь настраиваем на SVB интерфейс Gigabit Ethernet 0.1. SVB Gigabit Ethernet 0.1. Готово. И на SVC Gigabit Ethernet 0.2. Готово. Таким образом, мы настроили все наши устройства. Если мы зайдем в Check Results, то увидим 100%. Я думаю, что у вас тоже все получилось. Это было довольно-таки просто. Спасибо за внимание. Пока.